этим. Что это? Что это? Что-то за не... иррациональное использование местности. Это что? Это как называется? Что у нас спрашивают? Разделили на три поровну деревья. Поровну деревья по-другому. Я хочу так, чтобы не оставалось места. Что это? Можно было сделать, за карман? Можно было сделать шире. Два унитаза, две, если они так хотели, сделать две чаши левые, а одну сделать побольше, вдруг когда-то инвалидная колясочка подъедет и будет больше мест. Так вот у нас есть хотя бы какая-то возможность второй, третий этаж сделать. Что это за здрасте вообще? Что это? Вот это что? Это же как зайти, посидеть тут, попрятаться от учителя. Что это? Ну раз вы же принимаете эти работы правильно, они сделают им кофе. Мы никогда не принимали никаких работ, мы ничего мы не подписываем. Это было еще при Печерском, когда-то я подписывала документы. После этого я не подписывала никаких документов. Когда я возмутилась по поводу крыши, когда я залазила на крышу до сантиметров, все даже здесь старые, смотрите, здесь даже хотят установить старые эти. Но смотрите, это, я так полагаю, что это старые... Я понял. Уже крутят здесь, можно даже измерять. Но это не большое дело. Я вам серьезно говорю. Нужно сейчас еще это проверять, они только нажими вот эту всю сантику, просто не нужно. Какая щель, да, будет потоп, я не знаю, там все, все щель, плитка поломана, все, ну, как бы, это, этого никто не контролирует.